Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мир 4К. Сегодня мы соберем шатер. Шатер, приобретенный на Алиэкспресс. Посмотрим, что он из себя представляет. Я его еще не собирал, не доставал даже из чехла. Поэтому, как он собирается, я даже понятия не имею. Поэтому, я думаю, это будет наиболее интересно, что насколько быстро с данной сборкой может справиться обычный среднестатистический человек, который ни разу не разбирал его, не собирал. Вот, сколько у нас идет на это время, и сможем ли мы вообще его собрать. Вот. Давайте посмотрим, что это получится. Алюминиевые трубки, и вот что-то типа пластика либо карбона. Thank you.
полочки можно, конечно, и самому сделать попрочнее. Но можно вот этих вот по два штуки под углом в землю втыкаем. Так, замочек у нас, вот он, замок у нас двусторонний. Так, держим. Открыли. Вот здесь изнутри, точно так же, изнутри взяли. И закрыли. Ну, в общем, выглядит изнутри она вот так. На потолке у нас есть крючок. Можно повесить лампу или что-то еще. Собственно говоря, предназначение этого шатра. Защита от солнца, так сказать, чтобы можно было днем спокойненько посидеть. Ну и от комаров с мухами. Так, ну то, что я поставил немного криво, вы так сильно-то не смотрите, потому что в принципе поставить-то его можно и ровно, если постараться. Что касается, сдует ли его в ветреную погоду, ну, хороший ветер его наверняка сдует. Хотя вот эти вот сетки, они в принципе хорошо продуваемые. Под низом тоже есть место, чтобы все это дело продувалось. Поэтому я думаю, ну, защиту, так сказать, спрятаться от солнца, поставить здесь столик, стулья. Он как бы выполняет. Естественно, он промокаемый, поэтому это только в солнечную погоду, только от солнца. Thank you.
на сегодня все. Коротенький выпуск. Еще у меня будет несколько выпусков про палатки, спальники, матрасы. Подписывайтесь на канал. Смотрите следующие выпуски.